Хотела бы сказать, наверное, неспроста Елена Николаевна именно в День Героев выступление свое, действительно, концерт дают, да, и очень приятно, что в зале самые близкие люди, именно те люди, которые ценят ее творчество. Выбрали мою любовь, картину. Мою работу, картину. Спасибо. Я вас очень прошу, денег у меня нет, на цветы мне не хватает. Поэтому я свою любовь, свою картину отдаю вам. Спасибо. Пожалуйста, выберите. Спасибо. Самое главное хочу пожелать вот этому оптимистическому человеку, оптимизму, этому человеку, который всегда везде вместе с вами, прежде всего здоровье, это, наверное, самое главное.